Угу. Давай. Всем привет! Сегодня мы будем делать чехольный песочный торт. Сейчас мы будем просто копать песок. Докопались наконец. Вот, мы докопались до его. Засыпали. Потом готовы, чтобы я переворачивала? Готовы. Опа! Поскопал. И не получилось повторный раз. Мокрый песочек бери, тогда все получится. Всем привет, повторный раз. Сейчас мы будем делать чехольный песочный замок. И мы его будем лепить без пасок, а руками берем один мокрый песок. Разровняем, чтобы получился пол. Теперь насыпаем светлый. Насыпали. Вот так. Теперь стройка. Конечно, из мягкого песка. Сейчас теперь докопаемся до песка. Вначале надо насыпать мягкие, которые наверху. Вот. Так. Теперь мы должны выстроить наш замок сверху. Ну, так будет стоять. Мы сейчас делаем джакузи крошечный. Поэтому надо вот так сделать. Оп. Пол ровный должен быть. Вот так. Теперь смотри, мама. Теперь еще.